Твери обсудили роль природных ресурсов в Верхней Волжье. Организатором встречи выступила региональная ассоциация туризма при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии нашей области. Тем продолжит наш корреспондент. Тверская область по праву может гордиться своими водными ресурсами. Край рек и озер не может не использовать свой потенциал. Здесь берут свое начало Волга, Днепр и Северная Двина. Озера Верхневолжья живописны и являются местами отдыха, туризма, водного спорта, любительского рыболовства и спортивной охоты. Позиционирование Тверской области как действительно экологически чистого, экологически правильного. И действительно очень много у нас экологических природных объектов, которые можно посмотреть. Действительно, они еще не тронуты, не испорчены. И действительно, за счет этого, наверное, Тверская область может быть узнаваемой и привлекать больше туризма, в том числе как раз по направлению чистой воды. Собравшиеся рассмотрели формирование имиджа Верхней Волжья как экологически чистой территории. Состоялась презентация природных ресурсов Тверской области, а также обсуждение развития экологического туризма и формирование планов мероприятий на 2023 год. Тверская область – это территория истоков и чистой воды. Безусловно, это влияет на нашу жизнь. И на присутствие там, туристов в регионе, они прежде всего едут к нам отдыхать и купаться в нашей воде. Это такой продукт, который осязается, который, в общем-то, влияет не только на нашу жизнь, но и на производство продуктов питания, в том числе, которые происходят в нашем регионе. На встрече свои доклады презентовали представители научного сообщества региона. Они рассказали о водных ресурсах Тверской области и их мониторинге. Как отметили собравшиеся, чистая вода – это одно из конкурентных преимуществ нашего региона, и им нужно учиться пользоваться.